Можно смотреть? Можно. Хоть в зеркала, хоть в камеру. Да, нет. Собственно, правила какие? Во-первых, надо показать лучшее время, во-вторых, проехать по трассе. Если едете не туда, не по тому направлению, зачет не. Ну как, за счет вообще не пойдет заезд. Да, да, да. То же самое, пенализация за сбитые вешки, выезд за территорию, ну как бы за ограждение. Не самое главное время. Самое главное – сбитые вешки. Кто больше, тот и победит. И уважаемые, будьте внимательны. Может быть, время дольше, но сбитых вешек меньше, и человек победит. Правильно?